будет соревнование в классическом русском жиме. То есть то, с чего, собственно говоря, начинался русский жим. Русский жим начался 6 мая 2000 года с соревнованием в номинации 55 килограмм. Почему 55 килограмм? Потому что в тот момент было 55 лет со дня победы над фашистской Германией. То есть изначально русский жим закладывался эдакий патриотический национально-освободительный смысл. Начинаем выступление с самой большой номинации 150 килограммов.